Всем привет! Сегодня попробуем приготовить вот такое печенье имбирное. Помогать мне, естественно, будет сыночек. Но сначала, конечно же, мы будем готовить тесто сами. Давайте посмотрим, что для этого нужно. Здесь нам понадобится емкость для теста, сливочное или растительное масло, яйцо, бумага для выпечки и силикон и формочки для вырубки. Так, я буду делать на растительном масле. Почему? Потому что со сливочным у меня, что я делаю, всегда хуже получается. Поэтому я добавлю 1,5 столовой ложки растительного масла. Так, все это высыпаем в миску и вымешиваем. Так, все ингредиенты добавили. Сейчас посмотрим, какое тесто у нас получится. Итак, вымесили наше тесто. Получился вот такой шарик. Теперь по инструкции его надо обернуть в пленку пищевую и поставить в холодильник на 30 минут. Так, в общем, пакет у нас будет вместо пищевой пленки, потому что у меня что-то не получается. Я там не смогла ее открыть. Вот, так вот мы оставляем на 30 минут в холодильнике. Итак, также из дополнительных приспособлений нам понадобятся вот такие формочки. Ну, не обязательно такие, в общем, любые другие, какие вам хочется. И глазурь. У меня голубая глазурь. Тоже можно любую, не обязательно голубую. Также она может быть разная. Вот у меня ее надо разводить, наводить. Здесь вот есть инструкция. Я еще такую не пробовала, как ее разводить, что она из себя потом представляет, когда уже в готовом виде, как ее наносить. Но говорят, что вот это она проще наносится, чем и красивее наносится, чем та, которая уже готовая в тюбике. Ну, попробуем насчет этой глазури, пока это будет уже заключительный этап. Вот, сейчас мы будем, естественно, дождемся, когда они, это тесто у нас полежит. И потом будем раскатывать и делать уже с малышом такие вот фигурки. Так, выложили на пергамент наше тесто. Сейчас мы раскатываем это вскалочкой. Подожди. Так, вот сейчас мы раскатываем до конца. Так, все, мы раскатали тесто. Берем форму, теперь прикладываем и делаем наши печенюшки. Все, вырезаем. Так, прикладываем звезду. Все, снимаем звезду. С краю делай. Сейчас, ну ладно, пусть тут. Нанесли немножко здесь муки, для того, чтобы получше отделялись наши печенья. И тогда они хорошо и быстро вот делаются прям очень хорошими такими фигурками и без проблем. Отдаляется. Малыш тут весь угваздался в муке, весь полностью себя всего обмазал. Так что тут уже интерес к фигуркам пропал. Тут уже другой интерес начался. Итого, вот что у нас получилось. Ну, мы делали, в общем, не разнообразные, а практически одинаковые. Какие-то получше, какие-то похуже. Это наш первый опыт. Сейчас мы будем ставить в духовку на 180 градусов на 6-8 минут. Так, готовим глазурь. Нам нужно к смеси добавить 20 миллилитров горячей воды и 1 чайную ложку растительного масла. Перемешать и нанести на поверхность готового охлажденного изделия. Вот так выглядит смесь, мы ее когда высыпали. Сейчас мы добавим 20 мл воды и ложку растительного масла. Вот так чудеса происходят на наших глазах. Появляется такая глазурь. Также она достаточно такая густая. Вот сейчас я ее буду переливать в такой пакетик, мешок кулинарный. Это обычные мешки, но они идут как уголком, и они достаточно прочные. Можно также использовать обычные пакеты, но если вы, конечно, уверены в том, что они не прорвутся. Вот такой это пакетик. Вот здесь идет такое большое-большое отделение, куда мы все это выливаем. Здесь делаем дырку на наше усмотрение, какую мы хотим, тоньше, побольше.
Вот. Но я первый раз их использую, поэтому сама, вот, как говорится, первый раз открываю при вас, смотрю. Вот. Ну, надеюсь, что у нас все получится. Так, тем временем печеньницы у нас уже на подходе. Вот такие. Сейчас чуть-чуть еще и все, будем отключать. Так, вот такие вот печеньки у нас получились. Они получились уже остыли. Сейчас мы их будем украшать. Так, вот такую вот штучку сделали. Сейчас, Арсений! В общем, сейчас мы немножечко здесь сделаем небольшую дырочку и будем украшать. Выглядит примерно вот так. Арсюш, дай мама сделает. Да. Угу, вот так. Пакетом очень удобно. Вот этим. Ну, может, не очень ровно. Вот так потренироваться, если. Вот такие красивые печеньицы у нас получились. Короче, надо просто делать более уверенно. Прям быстренько чик-чик-чик. Тогда получаются более красивые вот эти узоры. А если долго сидеть, ковыряться, тогда не очень красиво. И так оно хлопотно очень получается. Вот такие вот прянички имбирные, рождественские печенья. Или они очень мягенькие такие получились. Малыш уже оценил. Сейчас вам покажу. Такие они внутри. Очень так приятные по вкусу. Вот, и очень интересно с детишками делать. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Идея молодой хозяюшки. Всем пока-пока. До скорых новых встреч.